Короче, я уже сейчас иду домой. У нас сегодня было 3 пары по одному предмету. И, слава богу, с последней пары отпустили. А то я уже очень устала там сидеть. И сейчас иду на Оберс забрать провод для зарядки. Все, забрала. Как же уже задолбали эти проводы, потому что хватает их на месяц, максимум на 2. Я помыла голову и сейчас начала смотреть дораму «Слепой». Вроде интересно, там про маньяка, всякое такое, когда непонятно, кто преступник. Типа похоже на дораму «Мышь». Уже немного опаздываю на физру, почему-то я вечно поздно встаю, потому что думаю, что куча времени, но нет. И долго собираюсь, сейчас еще надо успеть переодеться там. Короче, мы уже идем, осталось 9 минут на огромную дорогу. Никто не понимает, как мы успеем. Короче, мы вот быстро вытираем кроссовки. Я буду доставлять. На 2 минуты опаздываем. Нормально. Короче, сейчас будем разминочку делать. Подглядывать баскетбол, там какие-то соревнования. Так, мы подглядываем. Фух, повезло, что дождались автобуса, который прямо везет к моему дому. Я уже дома, что очень хочу спать, но сейчас нужно еще убраться, и потом 2 занятия будет. Хомяк только что у нас здесь по пути бегал-бегал и уснул. Я сейчас пойду его прогуливать, если, конечно, он захочет. Любимый! Ой-ой-ой! Короче, такой ужасный сон, я как будто вообще не засыпаю глубоким сном, поэтому у меня даже голова не прошла. Но я уже заказала себе вчера мелатонин, что я уже не могу так. Пипец, как-то холодно, а я в бомбере. Ну ладно, надеюсь, потеплеет. Мы взяли типа полезное и опаздываем как идиоты уже на 15 минут. А мы бежим. Вот такой тут Валентина. Закрыт. Очень расстроена, что у меня заболело жестко горло. И кто планировал сейчас заболевать? Никто. Что не надо было в такой легкой одежде вчера
еще до ночи сидеть. Всегда, когда до ночи сидишь, потом горло болит. Классно. Такой вот завтрак. Сделала по старому доброму методу горячее молоко с сливочным маслом и медом. Зашла на Валберес и, кстати, пришел мелатонин. Сегодня как раз попробую. Я не сделала домашнее задание на завтра, но сижу тут. Все, я распечатала. Ай, иду домой. Мне уже осталось спать 6 часов. Как будто я так хочу завтра в ран идти. Доброе утро. Что ты как-то мелатонин даже не помог. И сон был все равно какой-то поверхностный. Ну, посмотрим, выпью сегодня еще пораньше. Что вчера выпила в 0:20, в 1:20 легла спать. Сегодня выпью прям вечером и посмотрю на результат. Все, я пришла домой, у меня было 3 пары. Ой, есть хочу, пипец. Сегодня еще 3 занятия. Знаете, у меня, походу, волосы волнистые по структуре. Потому что почему они сами закручиваются? Никто не понимает. Все, провела уже занятие, помыла голову и сейчас смотрю дораму. Еле встала сегодня, еще и глаз продула, напух пипец. Закупаемся. Что, я сегодня пипец устала, сейчас уже иду спать. Сегодня съела хлопья с козьим молоком и прям ощущается козьесть в нем, что-то мне не очень понравилось, но в принципе нормально. Сейчас надо будет сделать задачу, которую, ну, домашнее задание на завтра, пока стало нормальное время, 10 часов как раз сделаю. Нанюхали столько всего. Эй, зачем ты все выпил? Я хотела папе дать. А, да? Кстати, я говорила, что дорама слепой прикольная, но что-то она оказалась не очень. Я только несколько серий посмотрела. Ну, типа, нормальная, но не прям интересная. И вот я начала смотреть дораму «Мышь». Это очень интересно. Это я прям советую.